Защита у нашего основного модератора, обеспечивающая электронное обучение в аудитории 250 со школы, это Евгений Сергеевич Потапов, защитил диплом бакалавра, и уже сегодня Россотрудничество вместе с Департаментом государственной политики высшего образования сделало, после того, как мы отметили этот факт, направление для продолжения обучения по направлению программная инженерия, магистратура, вручаем направление на бюджет без сдачи выпускных экзаменов. Студенты экзаменов. Я тебя проверю. Поздравляю.